Так, ну перед началом, думаю, стоит рассказать немного предыстории. 3 года назад я собрался с 2 челами проходить первую версию этой сборки. И она очень даже нам понравилась. В отличие от других экспертных паков, в ней было что-то уникальное. Ну, во-первых, это мод Divine RPG, который вообще не встретишь в этих типах сборок. А на нем было завязано очень много крафтов. Также в этой сборке было не так уж и много модов, но они были очень хорошо между собой связаны. А еще там было достаточно много квестов, и геймплей был очень даже приятный. Но, к сожалению, мы так ее не допрошли, потому что финальные крафты были, ну, очень уж скучными. В основном они были связаны с матрицей Стоункрафта, а, как ты знаешь, ее автоматизировать сложно. Ну и через какое-то время мы ее забросили. Но буквально полгода назад мы узнали то, что выйдет вторая версия этой сборки, на новой версии, еще и с новыми модами. Я даже зашел в дискорд-канал этой сборки. Там, кстати, автор выкладывал полный процесс разработки. И по спойлерам, которые он кидал, сборка выглядела очень даже интересно. Например, есть такой мод под названием Modular Machinery. С помощью него ты можешь сделать свой кастомный мультиблок. Ну, по сути, большую версию какого-то маленького механизма. По типу дробителя или что-то чего-то такого. И вот автор сделал такие мультиблоки почти под все, что плохо автоматизируется. Например, ту же самую матрицу из Стоункрафта здесь автоматизировать вообще очень просто. В общем, мы решили, что просто обязаны в нее поиграть, именно той компанией, которой проходили первую. На то время сборка была готова только на 69%. И вот спустя полгода она все-таки вышла, 30 августа, кстати. Хоть мы и будем проходить эту сборку в локалке, сервер по этой сборке я все равно запущу. Кстати, старт будет сегодня вечером, ну, в тот день, когда вышло это видео. Инфа по нему будет в дискорде или в конце видео. Ну а пока мы начинаем. Диван жирный второй. Вначале, как обычно, были проблемы, потому что сборка еще на тот момент не была релизнута ни в одном лаунчере, и качать приходилось только зипом с гитхаба. Ничего не работает, просто валенчил такой, ну все, качайте зипом. А у меня, как всегда, ничего не работает, Linux говно. Я не могу понять, где качать. Я не ощущаю с гитхабом. Я думал, типа, он за 10 дней уже все отправил туда на модерацию. Сколько мы этого ждем? А, полгода, полгода. Майнкрафт загружается, ха-ха. Блин, тут такая менюшка сасная, ё-моё. Кто-то постоянно забыл скачать Optifine. Что грузит? 5-7. Я ё-моё. Потом еще перезагружать буду, потому что надо Optifine поставить. Загрузилась, я выхожу из игры. А кто-то запускал абсолютно другую сборку. Почему я уже 1 час играю в DDSS? Он думает, что диван это DDSS. А, стоп, я реально DDSS запускаю. Стилман, если наших вот этих вот этого всего не будет, так сказать, в нарезке, то как мы запускаем сборку, то это как бы все, да нормально, типа... я уже 40 минут записываю, мы еще ничего не сделали. А, записываешь. Что ж, почти час спустя мы все-таки попали в Майнкрафт. Назову мир Пуксрейнг. Давай, какой-нибудь сим, давай, смешной, чтобы... Кокос. Ха-ха, смешно, кокос. День дивана. Ага, что-то долго... О, что-то происходит. О, Стилман джойн с первой попытки. О, вот вы дурачки. Ой, здрасте. И в тот же момент Денису пришлось отойти. Семейные дела, да, ребят, поэтому пока тут посидите, я пока куда-нибудь, не знаю, закопаюсь. А, ну ты, блин, конечно, выбрал момент, блин. Это не я выбрал момент, меня заставили. Я насру тебе в штаны. Ну, без него начинать не будем, так что пока можно почитать вступительные квесты. В которых, кстати, очень много текста. Ё-моё, сколько тут текста. Надо их прокликать, я думаю. Тут, короче, книга читать, которой будет Денис, потому что тут 11 страниц английского текста. Думаю, пересказывать это все не имеет смысла, поэтому остановлюсь только на самом главном. Тебе на старте дают такую вот закрытую сумочку, сделать ключ от которой является финальным квестом этой сборки. Кстати, крафт у него... не веселый. О, ничего себе у него крафт. Ну что, Infinity Ingot крафтится в крути близком. Блин, я не умею снимать летсплей. Нет, ну, наверное, надо как ложку. Курица! Вот это да! Вау, вот это мир! Какая генерация! Ух ты, смотрите! Там биом из Стоункрафта! Вот это нам повезло! Я тебя не знаю. Я, конечно, дико извиняюсь,
Но первый писюн я построю. Ха-ха, ты не сделал это первый. А Боба. О, а Боба. Извиняюсь, но я построил всё. Первую письку на сервере. Пока. О, где? Ваня ее снес, верни! Сломал. Он сломал мою письку. Насчет квестов. Тут их аж 30 веток, что в общей сумме около 1600 квестов под каждый этап прогрессии. Ну а еще тут есть ветки ачивок, которые будут открываться по мере прохождения сборки. Ну, в общем, мы тут надолго. Так, Денис, иди читай 11 страниц. Ладно. Хайли Гейт от рецепты. Стила жирная мамаша. Кстати, да, ее можно будет посетить на одной из планет. Срубив пару деревьев, я уже хотел сделать верстак, но оказывается, тут крафт у него ну очень странный. Тут нужны каменные инструменты, а именно топор и лопата. Камни я пока не накопал, так что надо бы понять вообще с чего начинать. Мы не поставили таймсет-дэй. Все, давайте, последний таймсет-дэй. Честное слово. Никаких читов в Майнкрафте. Ребят, да, давайте, гору, я вижу гору, в которой мы можем строить. Нет, остановись. Давай. Давай хоть немножко побегаем. Заглянул в квесты, и что в принципе логично, там объяснили, как начинать эту сборку. Для начала нужно сделать деревянные инструменты, причем сразу в крафте 2 на 2. Теперь можно сходить в шахты и накопать немного булыжника на верстак. Я сделал верстак. О, экскавайт нормально работает. Не обращайся. Ой, здрасте. Господи, квест за квестом. Давайте где-нибудь поселимся для начала. Давай мы немножко побегаем хотя бы. Да. Пещеры тут необычные. Я бы даже сказал, что они чем-то похожи на новые снапшоты 1.17. Для их генерации тут стоит два мода. Underground Biomes и Better Caves. Блин, я сейчас кайфую, я ждал этого полгода. Мне так кайфово сейчас. Вот кто-то ждет киберпанки, вот это вот все. Зачем, когда можно подождать? А мы ждем сборку по Майнкрафту. Да! Мне кажется, нам надо что-то в нашей жизни пересмотреть. Немного покопав, мы отправились на поиски первого места для базы. Короче, я хочу, чтобы всем разработчикам сборок запретили иметь хорошие компы, чтобы они всегда сидели на дерьмовых компах и оптимизировали все. Еда! Все, супер. У вас есть еда, я умираю. Фотосинтез. Господи, квест один за одним. Кстати, хочу показать один из них. Это квест на обработку железа. Она тут на начале обрабатывается уж очень интересным способом. Для начала нужно две руды сломать молотом и совместить с такой вот пылькой, которая делается только из желтых цветов и угля. Короче, нам нужно собирать уголь и цветочки. Причем только желтые. Потом это все надо закинуть в речку, и оно там типа промоется. Никогда я до этого такого не видел. Пробежав чуть дальше, мы встретили Абиссал Биом, в котором почти каждые 100 блоков спавнилось по данжу. В основном это были такие вот домики из мода Mystical World. Ой, там какой-то чубрик большой и страшный. Это гуль из этого. А мистик? Из Абиссала. Ой, тут этот. Ты тысяча минус 7, да, дед на сайт. Так, все, ребят, я, короче, взял то, что мне нужно. Тут спавнер. Ну там гуль. Аккуратно, там гуль. Но он тут был, он куда-то еще. А, вон он. А можно ударить? О, погодите, тут еще один домик. А, то есть получается или в каждом спавнер? Таком домике по спавнеру? А тут спавнер ведьм, судя по звуку. Спавнер ведьм? Да, это спавнер ведьм. Имба. Да вы в нее прям пошли. У нас есть первый редстоун. Ребят, вы посмотрите вот туда вот. Там есть еще какой-то данж черный. Где? А. Во-во-во. Да, кстати, авторам сборки тут было добавлено очень много всяких кастомных данжей. Например, вот этот, в котором мы нашли бесплатную зачаровалку. Зачаровалка! Бесплатная! Хватай пока бесплатно. Встретив еще пару не особо интересных данжей, мы сделали лодки, крафт который был почему-то похож на старые версии Minecraft PE, и отправились дальше. Хотя еда уже почти закончилась, так что надо бы сделать небольшой привал. Денис, куда поехал, еду? Данжа.
данж так... вижу. А, у забавный. Тебя такая. Печка тут, кстати, делается из железных слитков, так что не зря я их промыл. Денис, иди сюда, поешь. Ща. Плыву набивать свою пузо. Ну вот, возьми три курочки, вот эту вот свинину возьми еще. А у меня место в инвентаре, у меня типа один слот всего. Давайте где-нибудь сделаем дом, поставим. Ну да, 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 сейчас. Ну а теперь можно отправиться дальше. Ваня, садись! Все, поехали. Надеюсь, такое. Чуть. Как бы это спавнер какой-нибудь не был. Это типа уже сделанный этот. Как сделать? Посмотрите, да, а тут еще рядышком есть что-то. Чизли Даркстоун Брикс. А может внутри что-то есть, нет? Мне кажется, просто по приколу. Вот этот биом в целом выглядит более-менее. Блин, у меня такой же, наверное, энигматики был. В лесу мы встретили первого моба из Дивайна. Это тыквенный паук. И, как всегда, он наносит миллион урона. Гоу ХП! С одного тычки. Да. Танкин спидер. Я скучал. Кстати, шарды, которые выпали с него, перерисовали. Раньше они не были такими красивыми. Стоп, это шарды из дивана? Да, это шарды из дивана. Да. Похоже, настало время где-то поселиться, потому что у всех уже забились инвентари, и исследовать пока нет смысла. Так, ребят, ну мы уперлись в какую-то гору, предлагаю в ней начать. Нашли мы вот такую гору, сверху которой было достаточно прямое плато с деревней на нем. Слушай, ну вот да, тут вообще короче. Идеальное место для базы. Я вижу деревню. Ахахах, деревня в Майнкрафте. Почему там так много этих столбов с факелами, вы посмотрите? Можно кровати сделать. Кузница. Кузня. Что есть в кузне? Вот две печки забираю. Тут есть юрта, типа точнее. Опа, я там жить буду. Типа с Optifine, кстати, выглядит просто кошмарно. Я не знаю, как это починить. Блин, посмотрите, какой тут вид кайфовый с этой горы. Кстати, в деревне почему-то ни один житель не захотел с нами торговать. Выбрали мы самый дальний домик в конце деревни, ну, в нем было больше всего места, и начали потихоньку проходить сборку. А хотя, зачем ее проходить, если за тебя это может сделать кто-то другой? Ком. Ха-ха-ха, он пошутил про ком. Все, я отлил в углу. Денис, это тебе. Ахахах, ты не уйдешь, ахахаха. Да, надо бы хоть что-нибудь поделать. Начну, пожалуй, инструменты из Тинкерса. Паттерны на них, кстати, делаются, ну, очень уж неприятно. По слитку железа на каждый. Они еще и делаются по одному. Инструменты буду делать из флинта. Ваня там еще печку не застроил вроде. Из квестов тут, кстати, дали медную палку и перекрестие из кактуса. Для первой кирки пойдет, я думаю. Вань, ты можешь не так сильно спидроить сборку? Я тоже хочу что-то сделать в идее. Я делаю груд. Я просто делаю груд. Единственное, что я делаю, это груд. Мы уже всю ветку почти завершили. Успокойся, пожалуйста. Я не привык так быстро проходить сборку. Я люблю проходить в течь год. Ахахах, Ваня построил печку. Ахахах, я в этом не принял никакого участия. Так, ну теперь, когда есть печь, можно сделать себе кирочки получше. Смотри, я автоматизирую. Смотри, я делаю что-то на сборке. Ставь таймер. Смотри, я автоматизирую. Я автоматизировал. Тут инструменты из Тинкерса не прокачиваются. Теперь можно отправиться в шахту и копать. Очень много копать. Проблемы Дениса. Я нашел, короче, вещь, которая нам прям очень понравится. Я не знаю, короче, кому это будет прям вообще очень нужно. Мне кажется, кому-то из вас, короче. Ребят, у меня есть мозги. Мне не надо. Пацаны, пошлите копать. У меня серия железная кирка. Подожди, я делаю отвертку из Project Red. О, пацаны, тут огромная пещера прям рядом с нашей базой. Так. Буду копать все в этом мире. Блин, знаете, типа вот глайдер бы. Но до глайдера дофига еще времени. А он, по-моему, другая пещера. Ну и пофиг. Нет, это та пещера.
Так что делать мне? Так, что можно поделать? Набрать лавы. Что это был за звук? Да, тут реально вервульф. В одном из домов. Это, походу, он обращался. Пока я тут бегал, я находил пару лавовых озер, которые мне отметились на карте. Но на танк не хватало лазурита, потому что он ушел весь на кирке. Вы все, весь этот... весь лазурит потратили. Ха-ха, удача. Хоть бы два оставили. Значит. Я пошел копать, у меня сейчас есть удача один. Так что лазурита будет больше. Я должен собрать всю лаву этого мира. Блин, а сколько не падаю с этого плато, я всегда урон получаю. Ну, в первой ветке осталось не так уж и много квестов, так что я тут тоже немного поспидраню. Сделал квест на дроверсы, крафт которых был не особо-то и сложный. По сути, просто сундук и 6 досок. А, ты уже закончил? Ты уже закончил ветку? Ну ё-моё, я же хотел, чтобы мы всё сначала это доделали в этом. Следующий квест был на алмазный сундук, который крафтится, как обычно, один из одного. Мне кажется, этот крафт вообще на всех экспертных сборках. Все, пацаны, я сделал сундук, куда можно срать ресурсами. Осталось, кстати, немного. Это квест на алмазный щит и апгрейды для дроверсов. Хватит тратить алмазы. Так, ну что тут осталось в первой ветке? Storage апгрейд. И, кстати, надо 4, и делаются они так же, как и сундуки. То есть один из другого. Хватит. А не хватит, прям идеально хватит. Не, я сделаю, пацаны. Это шизик, знаешь? Я знаю. Я хочу доделать. Пришлось потратить на это все изумруды, но, думаю, это того стоило. Ветка завершена. Все, пацаны, ветка выполнена. Молодец, просрал все. Я, конечно, хотел поснимать еще чуть-чуть побольше, но сервер так не думал. Это что было? Это Ваня вышел. Нет, я не выходил. Хорошее окончание, я считаю. Ну, хорошо. Теперь немного расскажу о сервере. Ну, как я говорил в начале, он запустится сегодня вечером, в день, когда вышло это видео. Подробнее о нем ты узнаешь в Дискорде, там я специальный канал для этого сделал. Снимать я там, конечно, не буду, потому что мы играем в своем локальном мире. Но зато буду делать обходы каждую серию, то есть примерно раз в неделю. Так что, может быть, это будет какой-то стимул там поиграть. Ну и, в общем-то, это все. Так что, пока. Не сдавай всю сборку, нихуя не делать и смотреть, как Ваня ее проходит. Не-не-не, я хочу что-нибудь сделать. Ну, конечно, я у собаки.